Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем проходить Series M3 BFE. Что-то я хотел, и я не посмотрел. Я же хотел поглядеть, типа, куда мне идти, но не посмотрел. Воу! Я говорю, конечно, не исключаю, что надо просто их всех убить, но... И наверняка где-нибудь какой-нибудь тайничок есть. Может, колонна одна опустится. Просто... Отсюда я пришел. Все рычаги нажал. Ходов никуда больше нету, нажимать повторно их не надо, значит порядок был единственный верный. Походу сейчас в самом начале серии придется лезть смотреть, потому что я уже на следующий день пишу, проснулся вот здесь, проснулся часов 12, наверное, сейчас вот в 2 часа здесь уже. Ли здесь эта дверь, если была, то почему я в нее не зашел? Нет, я в нее зашел. Так, где? Где вы хрипите, сволочи? Вот. Вот это вот плохо. Это прям плохо, серьезно. Чего вот от меня хотят? Погодите, это был... Блин, такой еще однообразный, что я это не смог разглядеть. Пиздец. Ладно, окей. Оно реально довольно однообразное. Какое-то идиотское такое состояние, то ли на улице, то ли что. Если открыть окно, становится холодно, поставить вентилятор, становится холодно. Тихо. Вот. А без него жарко. Он там стоит на ком потихонечку, дует. Давай. Конечно, мы не будем включать, как его называют, ключи. Ах, вы гад. Не спорю, они хуже, чем типа обычные моменты, но все равно они настолько плохие, чтобы всю остальную игру вот где-то вот среди этих вот по-любому есть места, где можно. Где я слышу уже боевой музон? Гарпии летят? Макаки. Макаки скачут. О-бо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 -б
Мяу! Ой, блядь! Нео словил пулю. Шел на это. Зарядочка. Так, если будет бык, надо быка. Короче говоря, с ним еще одна ачивка, там я вчера посмотрел. Стараться выбить. Опа-пам. Ебать, калаки, это бесит.
знаю, что. Печи. Так, а these guys have seriously lost their heads. Шутку про серьезные и про то, что они потеряли голову, потому что они безголовые. Можешь перевести как эти козлы совсем нарвались. Я, бля, реально, я прям посмотрел там пару, ну, из начала главной игры, это реально вот сделано это в дубляже, вот так вот все это переведено, то есть это... То есть здесь просто смысл всех шуток убить на корню абсолютно. Пиздец. Где? Это Гнар же, да? Гнар. Гнар. Кант. Уу. Уу. Окей. Ой, это не Гнар. Ох, ебать, колотить, ты ж так умеешь делать. Я забыл, извини. Извини, мужик. Сейчас, погоди. Пацаны, погодите, разойдитесь. Уу! Бац, бац, бац. А теперь, пацаны, давайте с вами. Так, еще. А эти где-то незримо продолжают присутствовать рядом. Придурки. Обезьяноподобные. Как хорошо, что вот здесь нет этих мест, где... Типа надо всех собрать и... О, в смысле, всех убить, тогда тебя пропустят дальше. Потому что если бы здесь было вот так вот... Макаки, иди сюда. Я, кстати, может, я подзабыл за ночь что-то, что, типа... Куда, куда нам... Ну, в смысле, по сюжету, что там происходит. Смотри, какой красивый бассейн, а? Еще учесть, что микрофон не на ультрах стоит. Да, Луцк. Там звука только беготни по воде нет. Ну и музло, конечно, они молодцы вообще. Вот чего-чего, для Сэма, даже для второй части у них музло офигенное. Чего уж говорить про третью. Так, подожди, а как мы теперь назад позовем? Ай-яй-яй! Не морщил. Так, уже какие-то ключи внезапно. Просто... Так, придуривайся. Чё, взрыв какой-то был? А, ну видимо вот от этого, да? Храм заперт на эти ключи. Чё мне так рано-то об этом сказали? Где здесь хрюкает, э? Неужели тут ничего нет, а? Ну тут, наверное... Блин, наверняка как-то здесь можно куда-то залезть, но... Чтобы некоторые секреты я посмотрел, которые в начале. Ботинки, этот костюм Сэма, это в самом начале игры. Как раз туда, куда я все пытался залезть, а там, оказывается, все-таки можно было залезть. А, не там, куда я пытался, там... Воу! Ех! Зря, что ли, здесь дают целый ящик. На кого бог пошлет? А вот и ключики. Не, ну к обезьянам сейчас тоже сходим? Чё ж, в конце концов, бедных обезьян обделять вниманием. А! А! Понял. Можно пройти насквозь и идти сюда, понял.
Воу! Стоямба. Я не знал. Ну-ка, сюда идем. Мужик. Опа. Все? Он реально за одной пачки отъел. Прям обидно, серьезно. Это же был босс только что. И он отъехал от одной пачки динамита. Давайте в жопей. Кстати, прикольно, что все это можно разрушить. Ну-ка. Извини, фараон, тебе тоже. А то лазают, блин, и хер углядишь среди этих колонн. Интересно, а там под землей можно было так сделать? Демонтаж недорого. Звоните. О, ну теперь-то давайте пообщаемся, пацаны. Такая тоже можно открыть, да? А, и мне сюда и надо. Я сейчас просто монус, а говно! Говно! Игра, да, как в том анекдоте. Ебать, давайте. Пацаны, лови. А, я тоже. Где? Да, блядь. Ладно, ты. Ебали, откуда вы там беретесь? На! Так, я попробую сюда, кстати говоря. Че? Кто? Я думал, что это бонусное какое-то место, а мне наоборот туда. Там дверка была заперта. Получается, по идее, мне наоборот сюда. А, если вот так вот нажать Е, потом забраться. А, окей. Давай, Сэмушка. Походу, да, мне туда. Окей, давайте я сохранюсь. Этим сходим туда. Там была еще одна запертая дверь. Нельзя в нее не сходить. Во-первых, вот. Ну-ка, вот, 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 интересно. Да, смотри. Фу, как все просело сразу. То есть можно было малину этим чувакам подпортить. Кстати, он, я не помню, говорил или нет, он в помещении медленнее ходит. То есть на открытых местностях он прям такой. А здесь помедленнее. Это, кстати, очень хорошая такая интересная деталь. Таким мало кто заморачивается так, а тут что. А, вот эта дверь как раз, которую я хотел еще. Все, понял. Все. Ясно. Окей. Знаешь, действительно тут. А подожди, а там вот большие ворота. Ну, большие ворота, скорее всего. Либо там бонусная локация. Вот, либо. Да. Ну да. Окей. Ай, давай.
Он так немножечко подзамедляется перед выползанием, скажем так. F6, поехали. Короче, мы уже зацепившись вот этой вот херней. Нет. Вот это. На быке прокатиться. Вот я хочу это сделать. Когда он будет бык. Ребятки. Чё так нету никого, Чё не встречаем? Опа, смотрите, я взял. У-у-у. Видел на постере, я думал, это какой-то концепт арт-гарпии отмененный. Like люблю, говорит, сильных женщин. Так. Maybe not that powerful. Ну, может, не настолько. Классно. Так, окей. Опа! 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 Мадемуазель? Мадемуазель? Ёб твою мать, где ты, сука, блядь! Понял. Надо, короче, внимательно так обсматривать все. Ага. Давай, мать. Опа! 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 Ну и давайте так, по старинке. Мисс, вы где? Зайду, пока возьму всякого. Блин, а патрончиков-то к этому дробовичку мало дают. Опа, 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 опа. Давай. Ну. Ай. Like I always tell them, you can be as crazy as you want, but once you try to kill me, I'm gonna stop calling. Может быть безумный насколько хочешь, но как только ты... Так. Падшая колдунья Великого Совета, обманутая вассалом Ментала Архимантом, повелителем мира теней. Типа, как только ты пытаешься меня убить, я тебе перестаю звонить, типа. Способность к психокинезу позволяет ведьмам искривлять пространство, чем не пользуются и при обороне, и в атаке. То есть, я так понимаю, потом это будут просто рядовые враги, периодически вылезающие. Типа хнумов. Ведьмы Архимана оказались в ловушке, они застряли на полпути между реальным миром и царством теней. Чтобы использовать заклинание, ведьмам приходится на время возвращаться в реальный мир, где они становятся уязвимыми. Ну, это я понимаю, что, конечно, на этом уровне сложности все довольно легкие. Не, ну мадемуазель симпа. Извините за идиотское выражение лица. А, мадемуазель симпатичная. Болтик. Болтик. Капец, как будто прям. Так, я шел, по-моему, оттуда, да? Да. А может нет. Все посмотрим. Если дверь не откроется, значит я. Ага, найдите ключ. А сейчас не показывается значок, что связка ключей нужна. Ну, ёпта. Ребят, у кого ключ? Сознайтесь. Может, это стерва был? Знаю. Ключи всегда в таких местах. Ну, да. Вовремя ты мне значок показал, вовремя. О! Е, когда мне эту пушку тоже дадут, у меня патроны к ней практически полные. Дай тебе с собой оружие, пожалуйста. Зачем такой грубый, а? А, это вы. Да нет.
куда стреляем. Да, я вот отсюда слез. Я из двери прийти никак не мог. Ключи ты взял же. Так, это бык или это этот? Гнар. И по звуку это бык. Бык! Бык, иди сюда, ты мне нужен. Шесть. Бык! А что они там где-то, ребят? Я назад возвращаться... Ну, я бы, может, вернулся, но я не могу. Воу! Какая ценная хрень. Вот. Ты должен появиться, да, чтобы все обосрать. Не хотите, как хотите, больно надо. Ключ не подходит, поищите еще, ничего себе. Это что вообще такое было? А где? Вот это номер, серьезно, я не ожидал такого. А к чему этот ключ тогда? Я понимаю, что я тоже, скорее всего, именно стебалово, то есть из серии. Ты что-то думал, один-единственный ключ что здесь может валяться? Ящики-то не разбиваются, Ни хера себе. Окей. Так, давайте смотреть. Я еще могу сходить. Ну, тут явно секрет, видимо, какой-то, откуда эти парни должны вылезти, но я хер знаю, как его активировать, поэтому извините. Или они просто ждут своего часа, пока я найду нужный ключ. Так, а я здесь-то был? Все, понял. Yes. Шоу. Ой. Ой, где вы страшны. Вы как вас мол. Момент. Так, сиди, я отвлекся, но ничего страшного. Воу, пацаны, ребята, вы что творите? На. Там, по-моему, быки еще есть. Судя по звукам, там еще есть быки. Да ё-моё, что-то как-то сел неудобно. Жопу поднял, место потеряло, видимо. Не, это гнар. Это гнар. Видимо, от уровня сложности вообще не заморачивались раскладыванием. В предыдущей этой части было, что в частях, то есть там, по-моему... И здоровье, и все остальное, оно, по-моему, раскладывает в зависимости от уровня сложности. Возможно, а может и нет. Но это не столь важно. Главное все равно играть весело, остальное... Так, ну что, кто там? Ну да, 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 конечно. А дайте разочек. Второго взрывом распидорасил. Отлично. Я что-то я запустил одно ядро, одним ядром разорвал одного чувака, а потом ядро взорвалось и убило второго. Замечательно. Куда ты спрятался? А, я думал, перед этого он ушел. Я уж думал, ты настолько невезучий. Сзади подберутся.
Блин, аж в ухе заложило вправо. Капец. А! О. Вроде отложило. Ну, теперь можно перезарядить, в смысле. Ну, взять, короче, эту штуку. Блин, оружка здесь, конечно, просто огонь. Серьезно. Просто шик и блеск. Так, это мне не нужно. Ну, серьезно, посмотрите на этот автомат, на этот дробовик. Все просто... А, ну, очередной ключ, да, надо искать? Сука. Да? Дверь закрыта. Она перманентно закрыта или в смысле... Пардоньте. Че сейчас здесь? Опа! Пока не буду брать. Камикадзе в толпу своих, это как-то очень странно. Молодец, блин, придурок. Он так грамотно их всех вместо меня убил, что прям, ну ему мешать это было бы, по-моему, преступление. Ну, я все еще на всякий случай разбиваю такие штуки, мало ли. Я думал, что можно в эту сторону и в эту идти. О! Очень ценный боеприпас. Самый, наверное, ценный. Побольше мне его давайте. Сколько у меня сейчас? Ну, такое. Хер там. Я там вижу, уже турели стоят. Сейчас что-то будет. Кстати, ее отключить-то можно, нет? Diagnosis? Acute lead poisoning. Мой диагноз – серьезное отравление свинцом. Интересно, пункт
чуваки еще больше будут, потому что там было написано, что тоже молодые, по-моему. Здесь не взрослые родственники. Очень здорово, а как мне теперь саму-то пройти? Я что-то кнопку отключения не видел. Тулелька, а как мне тебя обойти? Смотри, вот я сейчас такой иду. Воу. Я сейчас не поняла. Ну-ка, если вот так. Это загадка посуровее, чем... Так. Сам прикол в том, что здесь как бы и назад никак, то есть каким-то образом все-таки надо проходить это здесь. Ну окей, допустим. Щелин. Пацаны, вы мне как родные прям. Come on. I have enough lead for all of you. Пацаны, в очередь, ребятки, в очередь. А, еще миниган, кстати, должен же быть. Миниган прям обязан быть. А че он турель по ним стреляет, а? Какого, извините, хрена? Спасибо, ребята, эй. Он спекся, все. Так, нет. О, еще патрошки, как отлично, но оружие. Никто, как же. Кто, кроме нас? Ладно. Поехали в открытый замес. Мне кажется, что с турелью я все-таки как-то тупо очень сделал, потому что, по-моему, надо было как-то по-другому. Так ее, наверное, все-таки можно было отключить. Но от нее даже провода не шло, как от предыдущего. Да елы-палы, лес пустой. Несущие стены разрушить не можно. Окей, ладно, сам напросился. Раз, два, три. А даже два. Как он просто за друга, а? Прягся, так? Это трешка. Да не так. А вот этот мент сзади. Знаем мы вас.
должен быть, я помню, где-то скриншот этого увидел. Ну и миниган, он, собственно, на обложке даже Сэм с миниганом. Опа-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 па, ебать вас там. Чего ты прячешься, а, сука? Сыкливая эта тварь. В общем, у меня нет такого прям дико эффективного оружия до сих пор против клиров. Автоматы все-таки довольно долго разбирает. А, ну окей, давайте попробуем. Да. Для минигана все? А где миниган? Почему здесь валяются патроны для минигана? То есть это патроны для минигана, что ли? Охуеть, а какого хера у меня нет до сих пор минигана? Бля, я, кажется, понял, как там надо было действовать, а дурак. Надо как-то помогать сделать. Как вы думаете, почему здесь столько патронов для минигана? Потому что это, блять, миниган. You see what happens when you move in front of my gun? Ой, я тебе ее, мат. Поэтому к ней проводов-то и не подключено, блин. А, ничего, нормально. Но здесь, видите, зато для минигана и для автомата разные патроны. Давайте про него прочитаем, на сегодня будем все. Новинка пехотного вооружения. Очередной этап эволюции пулемета Гатлинга, наследник Вулкана и М134. Оснащен собственным источником энергии, встроенным магазином и системой гашения отдачи. Самое мощное индивидуальное оружие в мире. Ну, за исключением двухдневной пушечки, конечно. Скорость стрельбы минигана 1200 выстрелов в минуту, поэтому оружие прекрасно подходит для уничтожения больших скоплений мелких противников. Расход патронов у минигана крайне высок. Блин, а я их клиров так отстреливал, ну ладно. Вот, давайте тогда вот так вот F6, и на этом на сегодня все. Ссылка на плейлист в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автор музыкальной темы, на канал душевные игры, розпроцессии, капов крип. Щелкните на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах, и рассмотрите возможность поддержать канал материально, ссылки на все реквизиты есть в описании к каждому видео. Всем всего доброго, играйте в хорошие игры, всем пока, и, ну, короче, миникам, конечно, я чувствую. Всем пока.